Здравствуйте, мы находимся в спорткомплексе «Этуаль», и с нами Александра Романовна. И сегодня она нам покажет упражнения с мячиком, беговые упражнения с мячом и конусами. Вот перед вами 5 конусов, на них мячики. Нужно на время собрать на ракетку мячики. Понятно задание? На старт, внимание, приготовились. То есть в любом порядке подбегаем, берем один мячик, приносим. Вот, на скорость. То есть это упражнение на скорость. Быстрее. Вот, и чем лучше, давай. Хорошо. Вот. Вот мы насобирали мячики. Теперь еще такое же упражнение. Мы раскладываем мячи. Итак, подождите, Александра Романовна, по одному. Взяли мячик. На старт, внимание, начали. И быстрее. По одному. Берем один мяч и раскладываем. Бегать. Ну, ускоряемся. Быстрее и назад. Возвращаемся. Хорошо, молодцы. Так, теперь, как мы и раньше делали, давайте побегаем змейкой между конусов и до стенки, до сетки. На старт, внимание, побежали. Быстрее, так, до сетки. Ускоряемся и назад бегом до ракетки. Хорошо, молодцы. Так, теперь, Александра Романовна, возьмите один мячик. Возьмите ракетку. Положите мячик на ракетку и до сетки. Давайте, начали. Ну, одной рукой, давайте. Во, крепко ракетку держим. Вот так, внимательно. Вот, доходим до сетки. Раз, и назад бегом. Быстрее. Вот несколько вот таких упражнений для начинающих. Ну, а с вами была Александра Романовна в спорткомплексе «Этуаль». Подписывайтесь на наш канал и смотрите много интересного видео. Пока!